1000 шапок. Под таким названием в Твери с 5 сентября начнет работу Всероссийская выставка головных уборов. Производители из 40 российских регионов предлагают покупателям огромный выбор. Большинство изделий – меховые. Среди большого ассортимента каждый посетитель сможет найти и приобрести понравившуюся модель. Выставка-ярмарка будет проходить до 8 сентября. Береты, ушанки, кепи, стильные пилотки, роскошные боярские шапки. Для производства качественных головных уборов дизайнеры используют русскую норку, а также канадскую, финскую, которую закупают на мировых аукционах. В этом сезоне модельеры выводят на подиумы эко-мех. Легкий, мягкий, он очень прост в уходе. Стильные шапки из эко-меха займут достойное место в вашем зимнем гардеробе. Молодежь, конечно, отдаст предпочтение ярким моделям. Главные уборы из песца и лисы выглядят невероятно стильно. Нежно-розовый, синий, ярко-красный. Фабричная тонировка гарантирует качество и долговечность изделию. Яркий, богатый декор, комбинирование трикотажа и меха. Меняются модели, обновляются фасоны. В гардеробы модниц возвращаются шапки в стиле ретро. Появляются абсолютно свежие эксклюзивные варианты. Мужская коллекция выполнена в классическом стиле. Весь товар, представленный на выставке, сертифицирован. На шапке предоставляется гарантия качества. Женщины постарше отдают предпочтение теплым изделиям из норки или мутона. Нежный и практичный мутон дизайнеры используют для создания лаконичных женственных моделей. Ну а модниц выставка тоже не оставит равнодушным. Русские платки с меховыми вставками, шапки, как из сказки. Большой выбор головных уборов и для мужчин. Цветовая гамма для сильного пола более сдержанная. Здесь преобладают классический серый, коричневый и черный. При желании можно собрать комплект. Есть варежки и теплые платки. Все отечественного производства. Это сибирское качество, а значит, действительно носиться будет долго. Шапки производят на новосибирской фабрике и продают без посредников. За счет этого низкая цена и высокое качество. В ассортименте 1000 различных головных уборов. Выставка будет принимать посетителей в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском 29 до 8 сентября включительно с 10 утра и до 7 часов вечера. Здесь каждому подберут правильную форму шапки, подскажут, какой цвет подходит. При необходимости помогут оформить кредит или рассрочку.